28 октября стали известны результаты рейтинга Times Higher Education. По их итогам Казанский университет представлен в 9 предметных направлениях из 11 возможных, что является вторым результатом после Московского государственного университета среди российских вузов. В Республике Татарстан Казанский федеральный университет – это единственный вуз, который смог попасть в предметный рейтинг по направлению компьютерные науки. Также отметим, что в данном направлении университет представлен впервые. По всем позициям мы удерживаем, собственно, как бы во всех предметных рейтингах свои позиции. Где-то, ну, на одно место туда-сюда перемещаемся. Но ресурсов у нас достаточно для того, чтобы двигаться в своих предметных областях. В предметном направлении образования Казанский федеральный университет не только сумел удержать свои позиции, но даже улучшить их на 4 пункта. В этом году по данному направлению университет занял 90-е место. Отдельно хочу поздравить тех, кто занимается и координирует работу в области education. Все-таки удерживать и улучшать собственные результаты и быть лидером в России – это не так просто. Казанскому федеральному университету помогают удерживать и улучшать свои позиции несколько факторов. В первую очередь это вот повышение качества публикаций. Второй главный фактор, который у нас продвигает рейтинг, это международные коллаборации. И надо сказать, что в этом году, вот благодаря тем системным инициативам, которые мы проводим, и академическая репутация начала расти. К сожалению, не по всем направлениям КФУ удалось удержать свои позиции. Но, как отметил ректор Казанского университета, это мотивирует университет расти и кооперироваться с другими вузами. И прошу координаторов, ну, мы все знаем, кто курирует те или направления, работали, значит, в тесной кооперации, во-первых, со всеми подразделениями нашего университета, прежде всего, по принципу взаимного уважения. И в то же время находили больше возможностей кооперироваться с другими институтами и как внутри нашей страны, так и за пределами. Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.